Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 29 июля 2019 года. Я рада представить вам, вашему вниманию, вот этого красавца мальчика Чихуахуа, голубо-палевого окраса. Мальчика зовут Марини Стик Фил Фостер. Ему скоро исполнится месяца 3 недельки. Его вес 900 грамм. Мальчик крепкий, с хорошим костячочком, не длина лапы, ровная спинка, хвостик, серп. Мальчик без брака и дефектов, продается за 35 тысяч рублей, потому что у него вот такая длинноватая мордочка. Еще Тайсон продается за 35 тысяч рублей. Все остальные щенки нашего питомника продаются дороже и намного дороже. Фил не имеет, повторяю, никаких браков и дефектов по экстерьеру. Зубки 6×6, родничок закрыт, прикус ножницеобразный. Мальчик без пупочных паховых грыж, Фаберже на месте. Общее видео с поведением этого мальчишки можно посмотреть в плейлистах на нашем канале, а также можно там увидеть его родителей. Мамочка у него Мари Мистико, Вива Мадонна Мио, наша Виктория шоколадного окраса. Папочка Мари Мистик Престон, мистер Министр, длинношерстный, голубо-палевый. Наш питомник находится в Санкт-Петербурге. По вопросам резервирования малышей просьба обращаться по телефону или писать в личные сообщения на страничку питомника ВКонтакте или в Инстаграм. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с оставшимися свободными для резервирования с последующей продажей малышами нашего питомника. Все детки нашего питомника имеют крепкую здоровую психику, социализированы, приучены к сухому корму и ждут не дождутся самых лучших, заботливых и любящих мамочек и папочек. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!